Всем привет! С вами снова команда HyperPC, и мы не заставили, как обещали, долго ждать свой новый контент. И вот мы делаем для вас этот новый видос. Вы спросите, почему вы все такие красивые на пиджаках? Дело в том, что мы на Mercedes Fashion Week. Что же здесь делает HyperPC? Фишка в том, что модельер одежды Снежана NYC, то есть Нью-Йорк Сити, совместно с NVIDIA запустила бренд одежды Ray, на который ее вдохновили технологии NVIDIA, которые позволяют перенести фотореалистичную картинку большого кино в компьютерные игры. Я понимаю, что фэшн – это не про нас, и вы тоже, наверное, к этому не особо привыкли, поэтому не буду вас сильно грузить. И сейчас вы посмотрите саму коллекцию, а потом я приведу вас именно в то место, в котором базируется HyperPC совместно с NVIDIA, и покажу, что мы вообще здесь делаем. Погнали! Посмотрели показ от Снежаны совместный с NVIDIA, вы посмотрели вообще, что здесь происходит и как, но вопрос остался, что же здесь делает HyperPC. И сейчас я проведу вас в наш конференц-зал и покажу вам, что же мы здесь делаем. Сейчас у меня за спиной и уже сбоку находится наша игровая зона. Вся она состоит полностью из наших компьютеров Lumen. Сегодня здесь происходит несколько жарких каток. Сегодня в начале дня играли модели против моделей. Сейчас здесь играет русская пресса против зарубежной прессы. А сегодня вечером будет самая жаркая катка. Наши русские селебрити будут играть с дизайнерами, которые выставляются сегодня здесь на Mercedes Fashion Week. Помимо нашей игровой зоны и еще пары интересных экспонатов, здесь есть такая штука, как профессиональный автосимулятор Game Stool. Забираться в него так же тяжело, как в настоящий спорткар. Вы знаете, ощущения непередаваемые. Естественно, катаюсь я на Мерседесе, ведь мы же на Mercedes Fashion Week. Блин! Нет, физика в этой игре. Я играю в Assetto Corsa без виртуальной реальности. Когда ты играешь на телевизорах, это, конечно, все это оставляет желать лучшего. Но стул, блин, ребята, за этим стулом можно сидеть просто часами. Переключение передач, баткикер. Да, баткикер, вы не ослышались. Баткикер — это штука, которая имитирует вибрацию щебня, свист колес, удары об бордюры. Это все, конечно, прикольно. Но у нас в офисе стоит точно такая же штука, только с виртуальной реальностью. В нее можно прийти, поиграть любому желающему. Всех ждем. Спасибо ребятам из Game Stool за такие изобретения, ведь они делаются у нас в России. Ну и последняя, самая интересная зона для нас всех здесь – это наша выставочная зона Lumen. Как вы уже, наверное, могли его узнать, это Lumen Plus. Я вам показывал его на Игромире. Почти ничего нового про него сегодня сказать не могу, кроме того, что он собран на новейшей материнской плате от Asus на чипсете Z399. Она еще официально не вышла, вы совсем скоро узнаете про нее много интересных подробностей, но мы сегодня уже привезли показать ее людям. Но что интересно вам показать и рассказать – это наш Lumen Mini. Самая маленькая версия Lumen, которая не была представлена на Игромире. Все тот же классный Lumen, но он совсем маленький. Вы посмотрите, он вообще практически с бутылку пива. Он практически с бутылку Пепси. Потом на монтаже. Я не знаю, его в карман, наверное, можно положить. Очень классная штука. Мы скоро снимем про них отдельное продуктовое видео и подробно покажем и расскажем все про эти компьютеры. Ну а на сегодня я хочу поблагодарить вас за просмотр, попрощаться с вами. Это был очень странный день для нас. Это было не самое обычное видео для вас. В любом случае, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь и все как обычно. Спасибо всем. Команда HyperPC была с вами. Пока.